Тагильские некоммерческие организации в общественной палате рассказали о том, что сделали в 2018 году. Сейчас в год примерно 180 активностей и постоянных 20 проектов. Инфоохват, общий инфоохват за 17 начало 18-го 15 миллионов человек. За это время было 8500 благополучателей, это непосредственно целевых, не онлайн. 4 декабря в Нижнем Тагиле пройдет молодежный форум «Я выбираю успех». Представили активисты на встрече и другие идеи развития Нижнего Тагила. Я пришла сегодня в общественную палату поделиться созданием идеи Уральского фонда поддержки гражданских инициатив, которая в дальнейшем будет заниматься гражданскими активистами, станет ресурсным центром для НКО и гражданских активистов, будет заниматься брендированием города Нижний Тагил, будет развивать различные акции, например, как «Добрый Нижний Тагил», проект «Стрит-арт» в городе. В течение недели в общественной палате составят список всех предложений от НКО, а сами активисты подготовят подробные презентации своих проектов. Чтобы обсудить их, глава города Владислав Пинаев и инициативные тагильчане договорились встретиться в декабре. Ребята подготовятся, где-то к 12 декабря уже выйдут с какими-то конкретными предложениями, что можно сделать, как можно там поднести, преподнести те или иные идеи. Предложенные идеи, отметил мэр, могут принести пользу Нижнему Тагилу и горожанам, если некоммерческим организациям удастся реализовать свои задумки.